Примерно вот так, пацаны, я представляю, когда выпускалась машина в 94 году, и примерно первые 10 лет, наверное, именно вот так выглядело утро там или конец рабочего дня владельца автомобиля. Он просто выходил с дома, с офиса, там, неважно, с переговоров, садился на заднее сиденье, при этом ему еще открывали дверь, брал какие-то важные ценные бумаги, может быть, газеты, читал, изучал их, положил это все обратно, ехал и кайфовал, наслаждался. Все, в принципе, это было так, наверное. Но я сел сюда не для этого. Мы живем уже, как-никак, машине 20 лет уже, наверное, ее не используют лица, таких первые лица государства там, или там всякие бизнесмены, миллионеры, это уже все прошлый век для них. Для нас же это все-таки машина осталась бизнес-класса представительского, да, и как бы все равно кайф. Кайф на ней ехать, ощущать себя, не знаю. Ты просто на заднем натуре вот сидишь и ощущаешь себя, не знаю, когда еще спереди сидит водитель, а справа охранник. Ощущаешь себя реально таким каким-то очень важным челом. Остается только, не знаю, мне кажется, на такой машине вопросы решались там просто, там, если тормозило ГАИ или что-то там такое, вопросы решались просто так вот, открытием стекла. Что надо? Показания корочки там или что-то либо такое вот, и все, и закрывалось стекло. Может, даже стекло не открывалось. Знали все номера, знали все прекрасно, кто ездит на таких машинах. И кто, ну, да-да, в город, все, в город. И кто, как бы, ну, владелец, хозяин такой машины. Обслуживание было точно так же, то есть стоимость обслуживания вообще как бы никого не беспокоила. Это были бешеные бабки даже по тем временам. Они сейчас бешеные вкладывать в эту машину, если ее делать и ремонтировать. Ну, по тем временам даже это, конечно, никто не считал. Просто так же открывался вот так подлокотник, просто брались бабки, кидались вот так вот водителю вперед и говорили: заезжай, делай, что нужно, и все. Вот. Ну, мы сели сюда поговорить вам с вами о том, об обслуживании, которое все-таки мне уже предстояло, да, когда я купил машину. На данный момент, сегодня у нас какое? 8 февраля 2017 года. Вот, купил я машину 5 июля 2016. Сразу. Вот 5 июля, 22 июля, это то есть по прошествии 2,5 недели мне накрывается бензонасос. Был куплен бензонасос фирмы Петр какой-то, короче. Ну, якобы оригинал. 29 тысяч вот цена. Ну, плюс там замена сеточек бензонасоса и всякой такой вот ерунды маленькой. То есть это 22 число. 23 число на следующий день была замена масла в коробке передач. Было залито Йоко ЛТ, 6 литров туда влазит. Цена 15 тысяч тенге. Как бы масло не самое лучшее, но как бы сказали, на него как бы не жалуются, как бы хорошее. Ну, люди, как бы есть на нем проверенное масло, поэтому залил его. Фильтр коробки Мале, это фирма поменен. Потом в редукторе было поменено масло, залит Бордаль 75-90, залазит туда литр 200, фильтр топливный, фильтр воздушный, ну вот, и того, короче, я лучше вот так сейчас, этот, а дайте кто-нибудь телефон, пожалуйста, этот, калькулятор включи, пожалуйста. А, кстати, вот, да, реклама тут, S7, слышите? Идем в ногу со временем, ездим на старой тачке представительского класса, но зато с новым представительским телефоном. Samsung S7, всегда в ногу со временем. Вот. Ну вот, читаем, 29 тысяч за бензонасос, я просто буду говорить и тут же сразу считать, сколько это было вложено. Ну, вместе с работой, со всей этой ерундой. Что-то до хера, 68 тысяч, неужто я сразу столько вложил? Итого, пацаны, 65 600, я перепутал, 65 600. При этом 65 600 это 22-23 июля. 24 июля, я уже в первом видео рассказывал вам, ссылка на него будет в описании, что у меня накрылась резина, там была вот такая дырка там от грыжи, короче. И при этом вот я еду, покупаю 24 июля бэушную резину Continental 235-55 за 50 тысяч. То есть это плюс 65 тысяч, грубо говоря, да? Ну, плюс работа, опять же, это я все считаю, чтобы как бы вы имели представление об обслуживании. 118 тысяч тенге я вложил в нее за 3 недели, да? Это просто за 3 недели, пацаны. И опять же, когда вы покупаете старую семерку,
вы, ну, как бы, ищите такую машину, да, чтобы на ней не там пацаны ездили тоже. Ну, как бы, пацаны тоже обслуживают машины, но, как бы, если вы надеетесь купить дешевую семерку и при этом потом не вкладывать в нее, это просто абсурд. Вот я говорю, я взял машину в очень хорошем состоянии, но, тем не менее, вот сразу, вот сколько денег было уже вложено. У меня уже 3 или 4 листочка таких. Ну, там лампочки это не буду считать, такое как бы мелочи. Тут были пару лампочек пройдет у маленьких, так и так далее. Потом 3 августа, это прошел месяц, да, я брал 5, грубо говоря, прошел месяц. У меня накрывается датчик коленчатого вала. Беру оригинал ВДО фирмы, 26 тысяч он не обходится. Это я все к той сумме тогда плюсую, плюс 26 тысяч. Плюс сразу меняю прокладку клапанной крышки. И колечки, ну, болтов, вот которые. Фирма Свак. 12 тысяч еще плюсов. 4 августа. То есть у меня, видите, периодичность. Я 3 недели поездил. С периодичностью в один день я вложил там 100 с лишним штук. Поездил еще месяц. И дальше пошли вложения. Вот меняю резинку там под крышкой. Гура, это болезнь, их постоянно сопливит с нее. Свечи поменял 6 штук, поставил обычные НЖК. Так, чистка форсунки я почистил. Вот, кстати, хочу сказать, после чистки форсунок машина вообще поехала по-другому. То есть я не знаю, бывшие владельцы чистили до меня эти форсунки или нет. То есть, кто берет машину, сразу займитесь этим делом. Будет результат. Накрылся у меня, ну, как бы, я знал сразу, когда брал уже машину, что порванный этот маслоотделитель, клапан маслоотделителя. Взял в оригинале BMW Group, 26 тысяч он стоит. Ну, а я еще делал раскоксовку, если я рассказывал вам, если помните. Ну, то есть, почистил там от нагара, чтобы чуть все это слезло. Вот, ну, и раскоксовку я тоже посчитаю. Заливал фирму Lavr 330 миллилитров. 16 августа я, то есть, меняю масло. У меня был залит старым хозяином кутинкулер. Я залил раскоксовку эту и сразу поменял масло. Залил масло Матюль 540-61-00. Оно как бы не проходит вообще по допуску по BMW, там, ну, на самой как бы, она 80% синтетика, и там на самой упаковке не написано, что для BMW, там, Mercedes, еще что-то. Ну, и об этом позже. Вот, 61-00, обошелся мне 15-700. Проехав 7 тысяч километров, да, где-то 7-6 даже получается, 6,5. 5 ноября перед зимой, на свой день рождения, я начал заливать замену жидкости, то есть залил антифриз зеленый, брал концентрат ликвимоли фирме, 5 литров обошелся мне в 7000 тенге, ну и плюс дистиллированная вода. Потом через неделю после этого я меняю натяжной ролик, тоже оригинал, фирма Инна, что ли, какая-то такая. Ну, короче, опять же, все близко к оригиналу беру, умничать не буду там по фирмам. Кому надо, потом напишите, я напишу название фирмы, все такое. Потом шланг сапуна. Плюс вискомуфта, вот что на пятерке я столкнулся, что здесь со многими разговаривал, брать не оригинал, то есть, ну, не стоит вообще. Он поедет, ну, полгода он поедет, может, и опять заклинит, и по деньгам у вас получится. Ну, стоит она в 3 раза меньше, да, дубликат. Ну, то есть, работа, время и, опять же, замена на каждые полгода, это ерунда все. Вот я поставил фирму Hello, стоит она 30 тысяч. Поменял салонные фильтры, ну, на печку, которые... 5 тысяч они мне обошлись, угольные. Замена эластичной муфты, ставлю фирму Febi, потому что лимфедор уже не найти, как сказали, уже они не выпускают. Шланг Гура я еще поменял низкого давления. Итог на ноябрь месяц, да? А, нет, еще дальше ноябрь. Замена вентилятора печки, вот, накрылся вентилятор печки. Я отдал свой, старый, и мне дали точно такой же отремонтированный. Чисто вентилятор печки отремонтированный, там щетки поменяли, все такое будет стоить 12 тысяч тенге, вот мне обошел. Ну и плюс работа, разбирать печку. Я сам не полез, панель, верхняя часть чисто снимается для замены вентилятора. Это еще, короче, стоит, ну, 15-12 тысяч где-то тенге у нас. Ну, опять же, вы обращайтесь к тем мастерам, которые реально шарят, потому что это, ну, не двухсекундное дело. И всякие, ну, чтобы не поломали никакие пластмасски, ничего. Лучше Autos. Советую вам Autos сервис. Есть там такой мастер, который все это может, все это знает. В декабре. В декабре это уже было перед Новым годом, перед новогодними праздниками я вложился опять нехило. Прокладку поддона менял, отдал за нее 6 тысяч, ну, тоже хорошей фирмы.
плюс карб, короче, там, чтобы почистить от масляной всей этой ерунды. И все, я вам хочу сейчас сказать, что когда меняли прокладку поддона, оказывается, здесь оригинал пробег у меня все-таки, который на данный момент он составляет 374 900, ни разу не менялась прокладка поддона, там было под заводским лаком, вот поменяли прокладку, она, потому что и то она не побежала у меня, просто она сыреть начала. Так, замена прокладки. И 31 декабря на Новый год я своей семерочке делаю подарок. Я заливаю масло Матюль, которое 100% синтетика, 81-2.0. Цена космос, пацаны. Вместе с фильтром мне обошлось 3200. 16 января я вот за эти полтора месяца еще поменял помпу. Видео про дрифт это было сказано. В январе мне это все дело обошлось. 5000 работа. Плюс 12 тысяч стоила сама помпа. Ну, плюс антифриз доливал я и карб. Это еще 4900. На сегодня имеем сумму 428 тысяч тенге. Ну, не считая бензина, естественно, пацаны. Ну, бензин, ну ладно, расходники там туда-сюда. Вот, 428 тысяч тенге. Давайте посчитаем теперь. 5 июля, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Вот, январь, 7 месяцев, да? 7 месяцев мы умножаем... Сколько? На 30 дней это 210 дней, да, получается? Ну, грубо говоря, в среднем. 428 тысяч делим на 210 дней. То есть в среднем, пацаны, вот в среднем, вот вам видно, не видно там. Просто это на запчасти, на расходники, как бы такие, на масла туда-сюда, ремни там, не ремни. Вот обошлось 2000 в день. Обходится эта машина. Плюс, если посчитаем, давайте бензин. Вот расход некапитального движка с пробегом 370, там сколько там, 374 тысячи. Вот он, расход 20 литров зимой, летом где-то 17 будет, наверное, 16. Ну, 6 тысяч в неделю, да, получается. 6 тысяч в неделю, это в месяц получается 6, это 6,4, 24 тысячи на бензин. Итого умножаем 24 тысячи на 7 месяцев, 168 тысяч тенге. И плюсуем туда сумму, вот то, что я считал, 428 тысяч на запчасти. 596 тысяч, пацаны, за 7 месяцев. Делим на, сколько я говорил, 210 дней, да? На 210 дней. 2838 тенге. 3000 тенге вам будет обходиться езда на BMW 7 модели, 38 кузов. И то это при условии, что она не сильно вкачанная. И при условии том, что я так и не сделал, не прошил лямды. Потому что пока у меня не было возможности. То есть у меня также лямды горят, что они не рабочие. Не сделано, я хотел сделать рулевую, как она, колонку, там, да, там, как она, рулевой кардан. Там убрать люфт, там он минимальный, наверное, но все-таки уже при таком пробеге он есть, 20 тысяч стоит эта вся ерунда. Это уже того 40, да, плюс стартер, генератор я так и не перебрал. Но в среднем мне тоже это выйдет, наверное, около 30 тысяч за то и за, ну, вместе. Я думаю, так, может даже подороже. Это уже 70. Сейчас проблема началась, биение в руль после, ну, со скидывания большой скорости, скорее всего, тормозные диски. На X, по-моему, тормозные диски стоят пара, по-моему, 25 тысяч. Ну, будем грубо говорить, вот там 50 тысяч тенге. Ну, даже не 50, ладно, вместе с колодками пусть будет 50. Вот еще, короче, там сколько получается, 70 плюс 50, 120, 130 тысяч тенге. Это вот ближайшие расходы, которые, по идее, нужно сделать к лету. Получится или нет, не знаю. Сейчас сядем наперед, и я расскажу еще кое-что. Итак, пацаны, пересев с заднего на переднее сиденье BMW. Выключи свет. Этот. Короче, трансформация из начальника водителя у меня произошла. Могу сказать точно, что, короче, кайф получают оба. Никто не страдает. Потому что, в принципе, сзади комфортно, да, все дела там. Там голова у тебя забита мыслями, ты едешь такой, кайфуешь на заднем диване. Все, все так оно и есть. Но, сидя спереди, сиденье, конечно, чуть-чуть может быть поменее комфортно. Как бы, но оно здесь под другие цели рассчитано, так сказать. Поэтому оно чуть пожестче. Но, зато ты, короче, владеешь ситуацией, да? Ты можешь надавить, там, обогнать и так далее. На самом деле, короче, кайф сидеть за рулем. И поэтому, пацаны, я готов платить за эту машину, да. И как бы
говорю всем, кто как бы хочет себе вообще BMW, в принципе, да любую машину, чтобы обслуживать, нужно нормально вкладывать в нее, чтобы она ездила и доставляла как бы удовольствие, да, владельцу и так сказать, и себе самой. Вот, поэтому как бы, чтобы чтобы обслуживать семерку, вы поняли, сколько денег это нужно, да, как бы вот на своем примере вам говорю. Может, видео, конечно, получилось немного нудноватое, но это цифры. Это как обычно, да, это как бухгалтерия, как бумажки, считать то же самое, там ничего интересного. Но зато сумма, кто реально хочет завладеть, да, там, BMW 7 серии, будет знать уже примерно хотя бы, когда поедет смотреть машину и когда им будут что-то говорить, что не работает или диагностика покажет. Вы уже будете знать и ориентироваться на цены. Кстати, я забыл сказать, что стойка у меня левая. Ну, чуть-чуть совсем как-то временами она подстукивает на мелких кочках, короче. Но вот опять же, замена стоек стоит как бы не так много. Но опять же, когда ты вкладываешь, сумма накапливается довольно приличная. Конечно, это не сравнить там с Volkswagen там, или с Audi. Про Audi, кстати, сейчас будет скоро обзор. Мы сегодня его, наверное, снимем. Я был приятно удивлен. Я влюбился в эту марку, короче, заново. Как-то так. Вот, пацаны, заехали на заправочку. Этот, кстати, когда я менял бензонасос, ну, как вы все знаете, чтобы бензонасос не грелся, он же погружной, чтобы не грелся, надо этот, чтобы бак постоянно, то есть бензонасос постоянно был в бензине. Поэтому старайтесь бак ниже полбака не опустошать. Вот я 40 литров не остается, я заезжаю и сразу доливаю. А до полного долить не могу, короче. В 38-х проблема, я забыл рассказать эту проблему, или я говорил в первом видео, уже не помню. Проблема в том, что, короче, бегут баки. Они трескаются, они почему-то здесь металлические, и за счет того, что песка струится всегда, поэтому, как бы, ну, жопа им приходит. И у меня вот где-то сверху, не знаю, то ли трещина, там, говорят, где перегородка, сверху трещина, часто бывает болезнь, как бы. И вот у меня полный, когда бак заправляешь, литра 3-4 уходит, короче, в землю. Поэтому полный я не лью. А ремонтировать его, снимать, работа стоит 30 тысяч, короче. Снять, поставить. Ну и плюс там еще отдашь, там заклеить его, там что сделать. А бак на широте около 80 тысяч стоит. Бэушный. Вот. Поэтому, короче, когда вы берете BMW вообще любую, а семерку вообще и всякие иксы там уже, 50 раз все перепроверьте, потому что суммы вообще не маленькие выкатывают. Ну и подумайте, готовы ли вы вкладывать в среднем, как вы уже поняли, 3000 в день для того, чтобы кататься. Кстати, видео, я говорил про Passat видео, что я хочу ставить газ. Газ пока все-таки, наверное, передумал ставить, потому что кое-что у меня не срослось, и получается, что мне нужна рабочая машина. И, соответственно, это будет такой семейный автомобиль, на котором я буду возить семью, катать там по делам, таким уже семейным ездить. А себе хочу взять, пока не знаю что, но хочу взять что-то дешевое, чтобы работать, убивать и было не жалко, ездить на ту же дачу и там на стройку ездить, заниматься стройкой, чтобы все это грузить и вообще голова не болела за машину. Так что, возможно, будет новый проект какой-то дешевый и заодно сравним. Не то, что сравним, просто этот, как сказать, будет у меня машина, которая в обслуге очень дорогая и которая вообще недорогая в обслуге. Любите свои машины, ставьте оригинальные запчасти, и они будут любить также вас. Не доводите их до состояния плача там, потому что потом еще больше вложений, и вот, и они не будут вас радовать. Все, ставим лайки, подписываемся на канал, ждите видео про Audi, хотя, возможно, Audi выйдет первое. И ждите новый проект. Кстати, может, будем снимать, как будем искать машину. Посмотрим. И суммы в пределах там 300 тысяч, там 250 тысяч тенге. Вот такая сумма будет. Чтобы доступно, можно сказать, каждому будет. Из вас, кто смотрит, возможно. Всем удачи, всем пока.